Слушай, ты! Моему другу есть что сказать! А? Кто пищал? Может, ты? Твое слово, Спанч Боб! Соберись! Это мое мороженое! Чудно! Теперь дай ему! Отдаю тебе! Спасибо! Нет! Перестань, парень! Ты это у меня уже спрашивал! Не смей тратить мое время! Эй! Да как ты смеешь так разговаривать с моим сыном? На кем ты себя возомнил? Я планктон, старушенция! От твоего сына воняет козявками! Эй, не смей так разговаривать с моей женой! О чем ты вообще думаешь? Я думаю, что тебе пора скинуть пару килограммов, жердяй! Вот о чем я думаю! Эй, ты не посмеешь разговаривать с моим внуком таким тоном! Да тебя давно следует в психушку упрятать! А тебя уже давно следует в дом престарелых спрятать, бабуля! Я выпущу твои потроха наружу! Я порву тебя на куски! На мелкие кусочки! На простые молекулы! На отдельные атомы! О-о!